разговор об эффективности борьбы с правонарушениями, стоит сказать, что зачастую мы сами можем спровоцировать по своей невнимательности. Вот, например, в какое уголовное дело вылились забытые в машине ключи. Гражданин Сунатуллах Алматов подал жалобу в отделение внутренних дел города Алмалыка, заявив, что машина марки «Дамаз», находящаяся в его собственности, была похищена из Махалик-Алмат. По данному заявлению были начаты следственно-оперативные действия. В городе Алмалыке и по всей области были организованы проверки автомобилей марки «Дамаз» кремового цвета. Инспекторы дорожного патруля в Ахангаранском районе в Махале-Бырлик заметили на проезжей части машину такого цвета, ехавшую на большой скорости. Они попытались остановить ее. Тем не менее, водитель не подчинился требованиям инспекторов прекратить движение и продолжил свой путь. После того, как автомобиль был украден, нарушитель понял, что не сможет ничего сделать один, и поэтому обратился к своему однокласснику. Два подростка решили продать автомобильные запчасти. И здесь приходит мысль о том, что во многих случаях сами водители создают условия для угона. То же самое было и в этот раз. Автомобиль был оставлен без присмотра. Поставлен на сигнализацию, но ключ остался в машине. Молодой человек, увидев ключи, захотел этим воспользоваться. Преступление было раскрыто, однако это привело к правонарушению, которое совершили два подростка. Вопрос, кто в этом виноват, остается открытым. Между тем, расследование по данному делу продолжается.